Возвращение шедевров. Уникальная выставка под таким названием открылась в Чувашском государственном художественном музее. Впервые зрители увидели одуванчики, левитаны и другие любимые произведения в обновленном виде. 74 картины обрели вторую жизнь во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря. Там над коллекцией параллельно работали 17 специалистов. Проект беспрецедентный по своему масштабу и вложениям. Из республиканского бюджета на восстановление шедевров было выделено почти 12 миллионов рублей. Горожане могут наконец увидеть картины после почти двухлетней разлуки. Ведь до дороги на реставрацию во время капитального ремонта здания отдела русского и зарубежного искусства работы отдыхали в хранении. Это первый случай, когда огромная, можно сказать, основная часть, стержень нашей экспозиции в русском отделе была полностью отреставрирована. Идет как бы сейчас процесс тоже все-таки же продлить эту экспозицию на некоторое время более длинную. И в конечном счете, конечно, они эти вещи обратно займут в русском отделе свое достойное место.